Всем привет! В Киевском высшем учебном заведении торжественно открыли женский туалет. Событие приурочили к Международному женскому дню 8 марта. Открытие туалета отпраздновали шампанским в соседней аудитории. Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Анатолий Сало, а также другие члены университета провели церемонию открытия женского туалета. Сообщается, что открытие отремонтированного туалета приурочили к 8 марта. Проректор выступил на фоне дверей туалета, а после выступления была перерезана красная ленточка, после чего все участники торжества были приглашены в соседнюю аудиторию, дабы отметить событие шампанским. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. До скорых встреч. Пока-пока. Все эти вопросы предварительно обговаривались с начальником отдела эксплуатационного технического отдела, со мной, и утверждались у ректора. И сегодня, в канун Международного женского дня 8 марта, срок, который был ранее утвержден ректором, день открытия первого отремонтированного женского туалета, настал. Вам понравится наша работа, ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота. Вы, уверен, оцените нас. Ну а мы вас давно оценили, самый высший поставили балл. Вы умом и красой нас пленили, мы для вас открываем сей зал. Давай, пойдем.